Ребята, всем здорово. Все когда-нибудь случается первый раз. Никогда не думал, что в моей жизни так все поменяется до такой степени. Это, ну, на самом деле, наверное, это высшее. Представляю ваше внимание, мы купили автомобиль новый. Богатырь, купи коня! Купи, не пожалеешь! Богатырский конь! Как паспорту. Вот. А я опять черный. Вот, не буду томить. Короче, потомлю, наверное. В ней есть подогрев сидений. Потом черный цвет. К ней, кстати, добавили еще к этим вкусняшкам вот такие диски. Диски на резине. Резина новая. Давай покажу. Вот такая вот модель. Она зимняя. 205-я. 60. А, 60-я, да, чуть повыше. 4 штуки. Мелочь, а приятно. Так, ну по поводу цены, конечно, это, наверное, у всех один такой вопрос. Но пока пускай останется все в секрете. Сейчас, короче, я прохожу такое небольшое ТО. По салону тоже пробежался. Вот. Еще на регистрацию не поставил. Сейчас номера какие покажу. Гадать, какой автомобиль? Кто догадается? Так, молодец. Резко, наверное, удалить надо. Так, ну смотрим, чего у него здесь в моторном отсеке. Здесь много, конечно, интересных. Вот так вот не пойму только вот. Треснут или не треснут? Опора двигателя. По металлу, конечно, видно, что такой прям нормальный. Нормальный, я считаю. Смотрим, здесь все, чего у нее. Резинка здесь вот. Так вот потрескалась. Не знаю, конечно, это нормально или ненормально. Я думаю, что нет. Надо полюбаться. Наверное, подойдет от чего-нибудь от вас. Аккумулятор с ним в комплекте. Ну, довольно, я бы сказал, сделано. Уже поаккуратней. Так, вон там. Что внутри? Так, здесь, по-моему, заливается тормозуха. А, максимум, да. Максимум есть. Фильтр сейчас посмотрел. Почистил его немножко, отстряхнул. Ну, там вроде бы смотреть тоже нечего. Так отражается, наверное. Так, он на дисках, на вот таких. У меня есть вот такая вот резина, вот задняя резина, она, по-моему, мне кажется, уже конченая. Так, это что такое тут? Вроде не сопливится. Да, кстати, подскажите там в комментариях, либо это, чем можно промобилить еще? Там такие вон ржавчины. Ручка такая.
Здесь вот такой шикардос. Отражается, наверное. Давай, покажу сразу, чтобы... Довольно-таки, я бы сказал, неплохо. Уютненько. Пахнет еще машина такой свежестью. Как сказать, китайцем. Вот сиденьки. Но это сиденье, конечно, вот меньше. А точнее, как бы сказать, эксплуатировалось. Вот. Ну а здесь вот есть вот такие вот нюансы. И знакомый хороший мебельщик. Вот он, наверное, в этом неделе и поможет. Что здесь можно придумать? Туда-сюда. Да, кстати, вот здесь что-то было закручено, какие-то, наверное, дополнительные колонки, что ли, блядь. Ну, в общем, это надо разбирать, смотреть. Блядь, так жестко, конечно. Ну, хуй с ним. Извиняюсь за мат. Так, породи здесь сразу вон. Мобилем пройдено. Или чем это. Здесь так довольно он резиночки закрыл. Так, ну вот заднее царское место. Что здесь? Ну, все стандартно. То есть все другое. Аптечку положил уже. Так, ну и это откидывается. Что, с одной стороны, неплохо, конечно. Так, третье место. Сзади колонки свои стандартные. Он крепление, наверное, для этого детского кресла. Потолок светлый. Камеры. Еще, кстати, да, это обратить внимание, вот фары на ней тоже уже. Ну, ничего, мы отделаем, я думаю. Ребята, ну чё, вот такой вот осмотр поверхностно я вам показал. Мне даже самому интересно вот иметь такой автомобиль, потому что, как сказать, отзывов, ну, чтобы что-то, как бы сказать, это правильно убедиться, нужно самому попробовать. Вот, в принципе, чем я и занялся. Если будет кому интересно, за мной следить. Вот, в дальнейшем что еще здесь буду делать? Может, антикоррозийку там, другие какие-то. Ну, посмотрим. Все зависит от финансов. Вот, и до какого состояния. Ну, вообще, как сложится дальнейшая жизнь этого Цебрика. Лифан Цебриум. 1.8 двигатель. 128 лошадей. Коробка. Вот, и такие вот всякие приблуды. Ну все, всем давайте, всем пока.